Авиация на тюменской земле – первый помощник. Не обходятся без нее и рыбоводы, которые одними из первых в стране начали в искусственных условиях инкубировать икру. Сложен и длителен процесс инкубирования икры в специальных аппаратах. Малютки-личинки должны быть здоровыми и жизнестойкими, чтобы быстро расти и развиваться в просторных озерах. Специальными самолетами и вертолетами в обогащенной кислородом воде доставляются личинки в места, где они вырастут в товарную рыбу. $575 миллионов личинок обязались выпустить в озера этой весной тюменцы, а выпустили уже 600 миллионов.